привет, мои дорогие! С вами Катя, и вы находитесь на моем канале Aromatic Bubble. Сегодня я хотела устроить вам обзорную экскурсию по содержимому посылок, которые я показывала в предыдущем видео. Сегодня мы пройдемся по некоторым из этих посылочек. Я вам покажу, что я там получила, и, возможно, мы даже с вами сегодня что-нибудь зальем. Итак, первая посылка, которая ко мне пришла, это Маловар Про. Находится интернет-магазин в Санкт-Петербурге, поэтому посылочки я получаю очень быстро. Заказываю я с доставкой в пункт выдачи. Вот, и буквально день-два, и все ко мне приходит. Так, начнем с формы, силиконовая форма, кролик-лютик. Вот смотрите, как все удобно. На каждой форме есть картиночка. Ты, по крайней мере, имеешь представление, что ты держишь в руках. И описание, что использован силикон США, срок годности не имеет. Вот, посмотрим с вами, как выглядит форма внутри. Открывать я буду аккуратно, чтобы не испортить картинку, фотографию. Она мне еще потом пригодится. Смотрите, как запечатано все идеально. Вот. Потом я просто на пакетик наклею эту картиночку и буду дальше использовать. Так, что у нас форма? Форма, смотрите, вообще нулевая. Швы еще настолько прочные, что еле-еле расходятся. Ну вот смотрите, вот наш кролик. Открывается форма идеально. Везде можно подлезть. Смотрите, какой нюанс. Форма сложная в плане того, что ушки у нас находятся, на уровне ножек. И туда, скорее всего, у нас основа не затечет. Поэтому этот момент, этот нюанс надо будет учитывать, когда мы будем эту форму заливать. Очень многие делают насквозь, вот здесь вот в силиконе, делают такие разрезы, как раз вот до ушка, чтобы в момент, когда вы заливаете основу, воздух мог через, ну, вот такой же разрез, да, вот они делают, только не глубокий, четко до ушка, чтобы воздух из уха мог запросто выходить. Потому что, когда вы будете заливать основу, будет, скорее всего, пустота в этом ухе. Вот. Есть еще один момент, ну, такой лайфхак, да, что я вам потом покажу, когда мы будем эту формочку заливать, как можно избежать половинчатых ушей, да, чтобы они не отваливались и проливались полностью. Так, что еще мы получили? Ну, наверное, у каждого формодела есть форма книжки. Пластиковая форма. Я, в общем-то, больше предпочитаю работать с силиконовыми формами, но не избежала меня сия участь. Мне тоже захотелось иметь пластиковую форму книжечки. Ну, вот попробуем что-нибудь с ней тоже сделать. И потом у меня многие знакомые сказали, а вот у меня друг, программист, айтишник, чтобы им подарить. Ну и вот, в общем-то, они подтолкнули меня на мысль. Формы не новые, в плане не новые, что в интернете они уже давно гуляют, существуют. Вот, ну и мне, как хомяку, тоже в свои закрома это понадобилось. Это мышка. Вот, и геймпад, или как его там еще называют. Вот смотрите, тут написано, да, форма пластиковая, геймпад. Извините, я не попадаю в камеру иногда, потому что я снимаю сбоку, сидя мне просто немножечко неудобно. Посылки стоят у меня на полу, ну и чтобы не нагибаться, вот я стою. Геймпад, его мы с вами тоже зальем. Интересная форма, сделаем цветные кнопочки, какие-нибудь переливы. Вот, так что с этим мы тоже с вами поработаем. А, и, кстати, от Маловара Про за мой заказ я получила кусочек, пробничек
белой мыльной основы Crystal VST. Основа английская. Ну вот я в предыдущем видео показывала, что я работаю только с бриллиантом. Это российская основа. Эту основу я тоже попробую, да, то есть тут немножечко куда-нибудь на что-нибудь я ее попробую, по крайней мере буду знать, что это из себя представляет. Срок годности до января 2021 года, так что пробовать у меня время еще есть. Так, следующее мое приобретение. Кстати, ссылочку на Маловар Про я оставлю под этим видео. Это обязательный момент. Забыла об этом вам сказать. Следующая, значит, у меня посылочка. Это я получила с Алиэкспресс. Получила флакончики под духи. 10 миллилитров. Вчера испытывала, не на духах, просто на спирте, чтобы проверить, как работает у них распылитель. Распылитель очень прям... такой у него напор, такой как ореол. Вот, мне понравилось. Вот, выглядят они вот так. Очень удобно, что шланчик у нас до самого дна доходит. То есть, знаете, как обычно, да, что-нибудь наклонил или как-нибудь там что-то сделал, сразу не перестает поступать жидкость. Да, то есть здесь очень удобно, вот до самого дна. Так, флакончик у нас открывается, сюда наливаются духи. Работает распылитель. Вот если вам слышно звук, в общем-то это доказывает его действие, да, что он работоспособный. Соответственно, одевается колпачок, ну, правда, не очень плотно, но... В крайнем случае в сумочке будет удобно, ничто не прольется. В наборе 20 флаконов по 10 миллилитров. Ссылочку на проверенного продавца я оставлю также под этим видео. У этого продавца еще есть флаконы на 3 миллилитра и на 5 миллилитров. Вот, так что... В общем-то, флаконами я довольна. У меня сейчас как раз созревает партия духов. Так что в ближайшее время снимем видео, покажу, какие ароматы будут в наличии. Как только разолью эти ароматы, как только у меня будет все готово, выложу наличие и в Инстаграме, и ВКонтакте. Ссылки на Инстаграм и контакт мой вы можете найти в описании моего профиля. И также под каждым видео все это есть. Так, ну и на сегодня у меня последняя посылочка. Это вот, смотрите, как тут все запаковано. За заказ подарочек. Две жвачки, конфетки и открыточка. Так, что мы тут получили? Мы получили отдушку виноград Изабелла. Мы получили отдушку клубника. Мы получили отдушку земляника. И персик. Так. Ой, подождите. Что-то я тут еще пропустила. Хотела показать, как намертво запечатывается все. И малина. Малина, земляника и клубника – это просто бомбические ароматы. Они настолько реалистичные, настолько они пахнут ягодками, что я просто в восторге. Ну, на самом деле, я туда нос уже сунула, поэтому одна у меня осталась одушка, которая вот я специально ее оставила, хотела вам показать, как еще каждый флакончик дополнительно упакован, чтобы при транспортировке ничего не пролилось. Потому что посылка ко мне идет из Перми. Вот, но зато доходит все в целости и сохранности. Вот. Ну и также тут все
до щелчка. Здесь есть дозатор. Добавляется данный ароматизатор в мыло очень легко, то есть капельный способ. Но, по крайней мере, есть такие, что, знаете, как приходится вот так вот втрясти, да, стаканчик. Нет, тут все капает без прилагания каких-либо усилий. Вот, так что ссылку на данный интернет-магазин я тоже оставлю внизу под данным видео. Так что, если вам это видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я буду стараться дальше удивлять какими-то новиночками, какими-то обзорами и давать вам необходимую информацию. Спасибо за внимание, спасибо, что были сегодня со мной.